Это является тоже одним из мониторингов. Мониторинг этот посвящен вопросу диспансеризации взрослого населения. Не все знают, а, наверное, практически никто не знает, что у нас в стране каждый гражданин старше 21 года имеет право на диспансеризацию. Эту диспансеризацию он может проходить раз в 3 года, совершенно бесплатно за счет государственных средств. Наша задача заключается в том, чтобы, во-первых, людям это объяснить, если они будут спрашивать. Во-вторых, провести с ними анкетирование, для того, чтобы они ответили на те вопросы, которые вот там у нас в анкетах изложены, да, то есть возрастом и так далее. Вот. А в-третьих, чтобы мы им вручили вот эти памятки по диспансеризации, чтобы каждый из них потом уже знал и рассказывал своим близким и знакомым о том, что такая процедура есть, и что это очень хорошая возможность проверить свое здоровье, убедиться, что все в порядке, либо чтобы врачи на ранней стадии выявляли какие-то тяжелые хронические заболевания.